Здравствуйте, это группа создал только сегодня. Ладно, вернемся к главному. Чтобы распаковать кэш, нужно скачать ES-проводник. Скачиваем, нажимаем, ищем папочку, скачивайте кэш, ищем папочку с кэшем. Держим папочку. Извините. Вот так держим. Нажимаем еще. Распаковать вы. Выбрать путь. Ну вот, Android. О, видите, второй, BB такое. Нажимаем ОК. И если вам нужно распаковать, нажимаете ОК. Мне это не надо, так что я нажимаю отмена. Ну все, спасибо.